Анатолий пришел на праздничную программу в честь Дня Победы в Парк культуры, спорта и отдыха вместе с семьей. Его сын Артем принял участие в концерте «О том, что было, не забудем» и исполнил патриотическую песню. Песня связана с победой. Мы должны помнить о том, что мы победили фашизм, и наше поколение поддерживает нас в этом. Также будет знать и помнить. Всем жителям на входе в парк волонтеры раздавали георгиевские ленточки и поздравляли с праздником. Я хотел помочь людям, чтобы они, ну, больше влились в праздник. И, ну, мне стало интересно, как они будут реагировать на это. На сцене выступили творческие коллективы и юные артисты из различных секций и студий культурных и досуговых учреждений округа. Дети постарались, конечно, большие молодцы. Вот. И песни тоже были разные, и веселые, и более серьезные. Дети потрясающе справились, мы ими очень гордимся. Помимо патриотических выступлений, всех гостей парка в этот день ждали и другие сюрпризы. Конечно же, ярмарки мастеров. Также сегодня будет возможность угоститься полевой кухней в парке. В парке каждый смог найти занятие себе по душе и отдохнуть с близкими. Увлекательные мастер-классы и насыщенная программа – именно так отметили праздник на Лазутинке. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».